Сегодня утром жильцы деревянных домов по улице Кеша Алексеева 10/1 и 8/1 в Якутске проснулись в затопленных квартирах. Несмотря на то, что талые воды с территории домов откачали только недавно, вода прибыла вновь еще в большем объеме. Откуда, узнавала Марианна Кутукова. Деревянные дома по улице Кеша Алексеева, которые в основном признаны аварийными, затапливает каждый год. Но такой ужас, как признаются жильцы, когда вода проникает в квартиры, случился в первый раз. Люди живут на своих отходах, спасают мебель и ждут помощи с самого утра. Бесконечные звонки по инстанциям пока не дали результатов. Утром-то встала, я в 6 часов встала, а у меня уже в квартире даже вода. Ну я давай звонить диспетчеру, она: я могу только в 9 часов отправить. Время 9, никого, ничего, но я до этого и в управление начала звонить, и в ЕДС начала звонить, и написала в мэрию через интернет, и тишина, и до сих пор никого и ничего. Вот раньше вот на этом месте была детская площадка. Сейчас невозможно детям даже выйти поиграть, погулять негде. Даже помойки нет. Раньше была сливная яма. Сейчас просто ставят коробку для сухого мусора. То есть ведра помои, да, мы льем прямо на землю. И потом мы ходим здесь же все, поэтому здесь это лужи, это вот гольные фекалии. Как сообщили в управляющей компании «Юнион», ситуация возникла еще 8 мая по причине непроходимости центральной канализационной трубы по улице Лермонтова 138/5, которая находится на балансе водоканала. В данный момент водоканал ведет работы по устранению. Как только он устранит засор своей центральной трубы, он полностью проведет откачку всех этих домов, которые пострадали в результате того, что у них труба сейчас в данный момент нерабочая. В принципе, вы можете посмотреть на колодцы, как я говорил, в них хорошо видно наглядно, как говорится, что бывает, когда вот происходит такая неисправность. Откачать воду с квартиры территории домов пообещали в течение суток. А завтра представитель управляющей компании предложил жильцам составить иск о причиненном ущербе. Далее составленный иск будет передан водоканалу. Марианна Кутукова, Андрей Секретов, НВК Саха, Якутск.